Хей, окей, чуваки, мы продолжаем родить группу, называем Вигил. Так, о чем я, короче, подумал? Давайте вернемся туда, где мы были с вами. И просто если смотреть по карте, в этом углу... Хотя, может быть, просто карта так сделана, фиг его знает, ладно. Окровавленная лопата. Если что, нам нужно будет с вами потом прийти на кладбище, там, где мы были. Но перед кладбищем я, наверное, прохожу во все места, где я был до этого. Да, много тел. Вот этот босс был довольно сильный, потому что я до хера хилок использовал. Давайте сейчас я быстренько... Может, я просто паузу поставлю и сам пробегу, посмотрю все. Че, она тогда ушла обратно? Да, давайте, наверное, так и сделаю. Потом я уже выйду отсюда. Просто, понимаете, вот есть дверь, которая не открывается. О, теперь открылась. Кольцо с изумрудом. Здоровье 15. Изящное кольцо с изумрудом, которое передает силу тому, кто его носит. Вот и все. Так, что тут у нас по карте? Ну, типа, быстренько пробегусь, да и все. Я думаю, ничего такого. Но, знаете, этот чудик просто шевелится. И все, он чисто безобидный. Он просто безобидный. Не, знаете, вот интересно, могу ли я обузить вот падение, да, и потом оп, резко прыжок еще, чтобы не сдохнуть от падения. И по навыкам, я, короче, навык еще получил, я не знаю только, что из этого прокачать. Повышать магическую силу, скорость восстановления магии. Дает шанс использовать расходный предмет, не теряя его. Давайте, наверное, вот это, потому что расходный предмет у нас хилка. О, я, слушайте, я, наверное, да, прокачаю. То, что... Повышать скорость восстановления от зелий. Я могу больше предметов носить, почему нет? Так, ведь? Так, я вспомнил, что у нас еще здесь место закрыто. Ну, по сути, я могу с той стороны... А, какая разница, так ведь? О, так тут еще что было? Светящийся уголек. Небрежная записка. Субъект вышел из-под контроля. Возможно, мне придется забросить свою лабораторию. Похоже, тот сомнительный фрагмент свитка означает сестры, а не пара. Впрочем, теперь это не важно. Я не смог ее усмирить. Я чувствую вину, но во имя будущего человечества иногда жертвы неизбежны. Так, это что получается? Подожди. Что я получил? Ожерелье с рубином. Ого, внутри прекрасная темно-красная камень, словно танцует язык пламени. Так, записка. Этот кристалл светится, словно угли до горящих костра. Умелый кузнец может вставить его в оружие, и тогда оно будет поджигать все, что только не коснется. То есть я могу сделать себе топор огненного типа. А почему бы и нет? Теперь эта херня меня не ваншотит.
Мне интересно на самом деле, сколько... А, подожди, я сейчас пойду на гору. Я буду сейчас на горе все изучать, ребят. Поэтому да, ждите пока, короче. Когда я все закончу, я вернусь в долину. А еще лучше в деревню. Когда я вернусь в деревню, тогда мы продолжим. Если что-то найду новенькое, я запущусь. Вот видите, вот здесь дырка. Ну, это падение, конечно. Смотрите, там, где крысы, помните, были? Это место не хочет показываться на карте почему-то. Не слишком проработанная херня. Ну, буду надеяться, я не сдохну от высоты. Так, мы с вами сказали, прокачаем вместимость, да? Вот это я прокачаю обязательно. Что значит повышать шанс? Повышать шанс получить предмет. А-а-а, ну, тоже хорошая вещь. Короче, это прокачаю, потом уже это начну прокачивать. Потом, ну, да, разберемся. Короче, давайте начнем с поселения. Если будут какие-то, ну, а, мы как раз позабираем все, что здесь спрятано. Да. Это вещь Бруны. Ты ее нашла? Ты нашла мою малышку? Она с тобой? Где она? Бруна всегда носила этот амулет на удачу. Откуда она у тебя? Нет, мне жаль. Когда я ее нашла, Бруна уже... Моя последняя надежда. Изабелла мне говорила, что... Но я ей не поверила. Наверное, я просто ждала, что богиня явит мне чудо. Моя Бруна. Его дал Бруне тот страшный язычник. Забери. Видеть не могу ничего, что связано с этим человеком. О, кольцо получено. Кольцо с рубином, кольцо с... Так... Оправленным рубином про яркость в бою. А, тест теперь понял. Так, выносливость. Так, вот. Так, инвентарь. Чистый конверт, украшенный превосходным узором. Видите, находки есть. Что в этом доме я найду? Ты слышала оракул? Задумывалась ли когда-нибудь, где сокрыта история силы богини? На пути к могуществу она прошла по нашим душам и уничтожила все, что мы знали о старших богах. Но всему когда-то приходит конец, и эра старших богов неопустима. Они ждали сотни лет, чтобы обрушить на нас свой гнев. Что за ужасная кара нас ждет? Понятненько. Ладно, идемте далее. Идем получить ворот. Вольно. Оказывается, на кладбище обитают призраки. Преследователи? А, представляешь? На оттуда доносятся такие жуткие крики, что я сам это слышал. Смотрите, лучше вот так прыгать, чем выполнять кувырки. То есть теперь мы намного быстрее. Плюс 15 атаки, если найдется кольцо с розой. Это кольцо с розой.
Интересно. Так, степаем. Тут я помню. Так вот, камень я вижу, на который можно запрыгнуть. Так, а что с этой? Моя голова раскалывается. Значит, нужно будет ей еще что принести. Гибну на войне, но живут в вареньях. Я нашла подозрительную записку. Дай посмотреть. Ох, ужасно. Алые, бледно-красные. Импланты. Привыкань. Неужели это эксперименты на людях? На людях? Вероятно, всего. Но нам нужно больше информации. Возможно, ответы там, где на... она любит бывать. С этими документами удается взглянуть на все иначе. Я должна знать, где ты нашла. Где ты это нашла? И пусть каллитографический почерк... И научный подход тебе не обманывает. Автор этих строк — настоящее чудовище. Бумаги дал мне нищий. Сам он не умеет читать. Просто увидел, как их обронила Бруно. Наверное, бедняжка случайно наткнулась на свидетельство экспериментов над людьми. Увы, она все поняла верно. Но почему она не позвала на помощь стражей? Может, не доверяла им? Может, наоборот, хотела защитить? Либо она знала, кто автор документов, и решила призывать... его к ответу лично. Возможно, ответом, где она любила бывать. С этими документами удастся взглянуть на все иначе. В комнате Бруно я нашла чистый конверт школы. Интересно, как он к ней попал? Дай мне его. Возможно, я разберусь. Ты уже изучил конверт? Как раз этим сейчас занимаюсь. Ты знала, что если нагреть бумагу, на ней появятся отпечатки слов? Весьма хитрая процедура. И ай, обжегся. Получилось. Бруно была умница. Просто умница. Она расшифровала спрятанную записку. Ничего не понимаю. Если посыпать конверт пеплом и ровно его распределить, а затем смахнуть, станут видны углубления, сделанными пером. Автор письма продолжал этот конверт под лист, на который писал, и слова отпечатались. Что там? Что там? Опять протоколы шуткового эксперимента? Да. И личная подпись профессора. Я должен немедленно доставить улики в столицу. Данный эксперимент угрожает стабильной всей империи. А осудить этого монстра я поручу тебе. Надеюсь, однажды еще встретимся. Вот, возьми, это твое личное оружие. И боюсь, оно тебе пригодится. Если как-нибудь окажешься в столице, оно поможет мне найти. Прача. Урон 12. Да уж. Так, малый камень. Хорошо. Так, у нас уже сколько их? Два получается. Давайте в таверну заглянем. А чё у меня на паузе стоит? Вы с сестрой уже... Честно говоря, я пока ее не нашла. Как? Почему ты просто не подождала ее дома? Может, она тоже тебя ищет? Наверняка Дейзи сама тебя ищет. Я только что ее видела, она как раз куда-то спешила. Ты видела Дейзи? Ну, видела, как она выходила из дома. Помнишь, в какую сторону пошла? Нет, она бормотала что-то про кладбище, поищу там. Плохо найдено сведения. Так, новые лица у нас появились.
Адам. Когда Бруно пропал, я попробовал покинуть город, но каждый раз при виде Танжерин у меня сердце кровью обливается. Все говорят, Танжерин просто сумасшедшая, но она лишь пыталась заботиться о Бруне. Почему все так ее не любят? Понимаю, о чем ты. Я готова на все, лишь бы найти Джесси. А так всегда было. Впрочем, может, я просто слишком пьян? Сингховер. В последнее время могильщик Стейн ведет себя странно. В смысле, он всегда был чудовищем. Так, и в чем же тогда дело? Ни в чем. Знаешь, водопад со слизью? В этих местах что-то не так. Вода дрожит, будто на ветру. Но никакого ветра нет. В прошлый раз, когда я там был, вода двигалась вперед. Взад-вперед. Само по себе, словно там что-то было. А между тем, на тебе по-прежнему чужий шлем. А кто не без греха? Можно подумать, ты ни разу в жизни не читала чужих писем. И то верно. Ей очень нравится тот гимн, как его там, король в сердце, в глазах не растеряешь свет, молись богине, и она пошлет тебе ответ. Пошлет иронично, правда, так это было. Говорят, на кладбище есть врата в другой мир, который стережет некий страж. Наверное, это просто сказки для детей. Вокруг бродят монстры, потому что нужны страшные истории, чтобы дети охотнее слушались. В каноне Мерсани. Ведь ничего такого не сказано. Врата в другой мир? На нашем кладбище? Не так, чтобы прям... Врата, скорее, просто проход. Мать называла это место Аверн. Или как-то так. Опа. Хорошие сведения. Когда достал только 100 монет. Блин, а хотя зачем я тогда одежду продавал? Мог бы просто на склад ее закинуть. Ну, в принципе... А, нам нужно к этому сходить, точно. К начальнику. Сейчас сходим к главному, потом сходим на кладбище, посмотрим, что на кладбище у нас происходит. Спасибо, что помогла искать Бруно. На самом деле, я больше беспокоюсь за Грэма. Обычно он не ведет себя так безответственно. И это не говоря уже о том, какой переполох поднялся в городе. Ох, богини. Ни минуты покоя. Еще что-то стряслось? Как-то... Хорошо, знаешь, с порядком на заставе оглушил Джереми. И вломился в комнату с ключами. Правда, в итоге ничего не украл. Очень странно. Не жаль Джереми. Но главное, что все на месте. А он скоро поправится. Сначала мне нужно... удалить вопрос от Танжери. Что вы знаете о лекарстве из святого дерева? Лекарство из дерева впервые слышу, но язычники часто собирались у святого дерева и до того, как пропала Бруно. Язычники не могли бы быть как-то связаны с ее исчезновением? Пока нельзя сказать наверняка, и я ничего не знаю о лекарстве из деревесины. Мне жаль Джереми, но главное, что все на месте, так все это было. Нужно посмотреть правде в глаза. Их не так долго, что они уже или поженились, или погибли. Надеюсь, что первым. Но Грэм ни за что не бросил бы Криса. Скучаю по Грэму. Даже выпить только ни с кем. И Крис без брата совсем погибнет. Богиня, кто-то ударил меня сзади. Как больно. Ты что-то видел? Может, слышал? Нет, все произошло слишком быстро. Единственная зацепка — это запах, о котором я тебе говорил. Он был очень сильный. Не то чтобы неприятный, но довольно выраженный.
так пахнет в доме Грэма. Может, этот Криса? Но Крис точно не на кого не мог напасть. Но слишком болен. Так, а вот эти мои дополнительные задания, они хотя бы как-то отмечаются? Или чё? Так, короче, накупим сейчас хилок. И снова здравствуй. Кстати, я всегда интересовался Затроном, может как-нибудь... А, это уже было. Да, я, наверное, все-таки топором заточу, так уж и быть. Сколько стоит? А, подожди. Обстрел железного алебарда. Это метание. Дополнительный урон. От максимума хп проникти. Урон от удара в спину. Урон от стойкости. Магическая сила. Получите 0,5 к атаке за каждый потерянный процент здоровья. А, так это херово. Здесь единственное это... Вот это. Урон удар в спину. Тоже хороший. Ну, восстановление зелий. А, минус 72. Нахер надо. Короче, ясно. Хотя там было написано, я буду поджигать челиков. Ну все, больше у нас ничего нету. Погнали на кладбище. Меч дозорных. Стандартное оружие дозорных, изготовлено мастером пред... Надо будет женщине это лекарство принести. О, может как раз церковь открытая. А, это ты? Я только что видела Дейзи, но она куда-то спешила, и я уже дома попросил ее объяснить детям, как связаны колокольни и святая шестерня. Ее тоже еще. Выходит, ты тоже не знаешь, где она. Жаль, придется самой рассказать детям о святой шестерке. Не беда. Но Дейзи выглядела напуганной. Я волнуюсь за нее. У тебя есть ключ? Стейн, потерял свой. Ключ от кладбища. Почему ворота в кладбище заперты? Разве люди не могут навещать могилу родных? Не кладбище, катакомбы. Они заперты. Давно заперты, да, столько Стейн и капитан, да. Нашла ключ? На нем лента синяя. Это не то, что ты ищешь? Ключ Стейна. Его Бруно дала? Только она просила у Стейна ключ. Бруно просила ключ от кладбища? Но она же... Стейн ничего не знает. Стейн ничего не скажет. Ладно, ладно, только одолжи пока ключ. Мне нужно спуститься туда. Бери. Стейн ничего не знает. Стейн смотритель, отвечает за кладбище. Стейн всего знает. Стейн придуривается. Стейна оружие за спиной, походу.
ерунда, но типа врага удержит, но не так настолько долго. А, так оно не открывается, ясно. Мне нужно урон немного увеличить оружие. Ну что это типа за бред? Враги, которые стреляют. Допустим, давайте я просто пойду сюда. Вон оно что. Блин, надо было все-таки зачарить. О, нихера, новое оружие. А, нет. Лопатка. Герой часто травмируется. Эту часть тела наносится удары в бою. Можно продать. Также его называют хребтом. Позвоночник есть у всех людей, но среди них все равно немало бесхребетно. Можно продать. Старый ключ с привязанной к нему синей лентой. Нужно будет это попродавать. Загадочный манускрипт. Написано на непостриженному языку и рукопись, в котором добавлено все, что вы уже знаете. От количества запоминанных страниц зависит ваша магическая сила. Понятно. Вот откуда я мог знать? А чё они такие живучие? Так, где эта лопата? Кровавленная лопата. Инструмент могильщика, который тот роет могилы и никогда отбивается от кладбищенских воров. 4000. А чё так много жрёт?
Да уж. Оружие не из лучших. А сюда что-то попадает, а вот. Весьма примитивное оружие, без доработки, едва ли можно метнуть его далеко. Не, мне нужно немножко прокачать лопату. Блин, ну тут уже не прокачаешь ничего такого. Я понял. А, не, можно. Нормально. Можно подняться наверх, можно пойти налево, можно пойти вниз. Кровавый осколок получен. А, то есть тут прохода нету. Ладненько. Грэм, что? Что ты сделал с Брумой? Я создал лучшую Бруму. Теперь она существует высшего порядка. Она должна быть мне благодарна. Грэм, о чем ты? Кто пожелает превратиться в это? Желание не имеет значения, богиня направляет нас, не спрашивая разрешения. Глупости, Бруна была бы против, как и богиня. Сдавайся, позволь мне освободить тебя. Не прикасайся, я не могу быть существом высшего порядка. У тебя не выйдет. Мы с тобой схожи. Я... Так, и обречены на жизнь в этих слабых телах. Ты не понимаешь, лишь избранные вознесутся. Я убью тебя. Попробую. Загляни на себя, ты уже одной ногой в могиле. Так он еще живой? Бруно, любимая моя, я не... Грэм, ты тяжело ранен, я отнесу тебя в город. Нет, он ранил Бруму. И... Проклятое дерево, он превратил ее в нечто странное. Кто это сделал? Кто превратил Бруну в чудовище? Профессор, он превратил людей в монстров. Я даже не думал, что он сделает это с Брумой. С моей Бруной. Он обещал вылечить Криса. Там была еще одна девушка, ты должна ее разыскать. Не знаю, куда профессор ее забрал, но... Он обязательно
вернется сюда, чтобы закончить ритуал, поэтому я жду. Какой ритуал? Ты, девушка, видела превращение Брума? Поэтому он и тоже приносит в жертву. Ему придется вернуться сюда, к вратам. Поэтому я жду, чтобы отомстить за Бруну. Ритуальная блузка. Во время Святой Войны и Ночи все верующие должны носить особые блузы, символизирующие плоть богини, что было принесено в жертву. Плоть ее бросилась в мерцание и украла мир от зла. Впрочем, на ткани в обличье груди видны пятна крови, и они явно не были частью ритуала. Давайте хоть один раз используем. Прикольно сделано. Так, теперь вопрос, как это снять, херту? Все. Так, лопатка. Так, это нерушимый предмет. Минус зелье исцеления. А эта клетка, помните, похожа на... тоже в какой-то игре были. Так, ладно. Навыки. Ритуальные кинжалы. Урон очень маленький. Ритуальные кинжалы. Превосходно отполированные древние кинжалы отлично сохранились, но при прикосновении что-то все же выдает их возраст. Короче, ни хера у вас сохранились. Ну вот видите, у него постоянно мало хп остается. No.
Блять, минус снова зелье исцеления. Хотя подожди. А, тут нету, да, перехода? Наспех составленная записка. Эффективность процедуры прямо пропорциональна искренности веры испытуемого. В этот раз почти удалось достичь успеха. Испытуемая довольно долго сохраняла незначительную форму, однако возникли определенные сложности с тем парнем. Подбирать субъектов самостоятельно было даже проще. Думаю, нужно определенная схема действий. Может написать письмо? Секретный ключ. Узор на голове массивного ключа напоминает глаз. Пока не ясно, что в ключ открывает, но им явно пользовались очень часто. Он голову кидает. Так, подожди, теперь мне нужно как-то на ту сторону попасть. Так, навыки. Подтвердить. Я просто не знаю, куда сейчас мне на самом деле идти. Так, мне дали там какой-то тесачок. Меч с зазубринами, как у пилы лезвия. Оружие для настоящего дикаря, который готов резать и крушить. Единственный плюс то, что довольно быстрое оружие. Да, теперь я намного быстрее. Вау. Нихера он таранит.
Да монеты домашняя зараза. Ладно, сейчас что-то придумаем. Окей, неплохо, вообще неплохо. Надо было его... Если бы я знал, что его тут нужно было убить, я бы его там убил. А, стоп, я ж могу. Точно. Еще я туплю. Вот и все. Вот и все. Теперь возвращаемся. Мне это дали. Еще раз могу прокачать себе. Такие свечи используют на каждом из трех этапов ритуалов: померкшее дня, солнце, свет, святой войны и ночи. Пальто с сонным, украшенное вышитыми маками и соснами, которые можно... Так, много лет назад зачахли, вымерли из-за долгой ночи. Теперь эти растения превратились в символ, что подчеркивает высокий статус того, кто их использует. В таких пальто обычно ходят на балы, а не сражения. Мой все равно лучше. В смысле, на складе здесь хилки лежат? Нифига себе. А сколько я могу теперь хилок иметь? 16. Неплохо.
О, уже время. А босса еще не было. О, сейчас будет босс. Профессор, я знал, ты здесь. Не спрашивай о Бруне, она отрабатывает материал. Теперь у меня есть вариант получше. Молодая, здоровая, сильная Вера обладает особыми способностями. Хотела бы больше узнать о своей семье. Наверняка вскроется, чтобы необычное. Ты и твоя сестра не единственные близнецы в городе. Согласно моим изысканным источникам, твоей семьи тесно приплетены с Верой старших богов. Вспомни хотя бы светловолосых близнецов Сатис и Лараби. Семья посланников из легенды о троне и черепов. Слепой служитель. Все они были светловолосыми близнецами, поэтому подобные тебе нет. Твоя семья особенная, и тебе суждено вознестись. Ты еще не убила меня, понимаешь ли ты? Дифель, Дефель. Так, инвентарь. Используйте ее возле ритуального каменного монумента в катакомбах, чтобы перенестись в неизвестное пространство. Ну а как его поставить? Как поступить? Использовать Акарины. Пока отменить, подожди. Ну что, давайте посмотрим, что будет. Пристанище смерти. Да, что стрёмное место. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Хей, йога, с вами Шумики. Мы продолжаем пройдить игру под названием Вигил. Ну что, мы попали в какой-то мир мертвых. Я не знаю, давайте я... Так, я ж оставил, да, себе? А я не могу хил использовать? Странно. Ну ладно. Так, там вода. За эту херню неплохо золото дают. Что-то какие-то слабые враги.
Но отнюдь не место. Место опасное. Но вы сами видите, место очень... со слабыми врагами. Да, мне повезло. В натуре, что мир мертвых. Но хоть нашел, куда идти надо. Пока поищу, может, еще. Может быть, еще что-то найду. Ну что происходит, я не понимаю. Ой, короче. Вот это только время тратить. Я вон, портал нашел, нашел. Окей. Я понял.
можно мне как-то к нему подойти? Короче, примерно я понял битву с боссом этим. Я не знаю, как, но я это сделал. Изучено скольжение. Нихерово. Останки древнего стража могут вызвать взрыв в сопровождении ядовитыми... испарениями. Опять вы? Вы заодно с профессором? Где он? Уже скоро ты встретишься с Дейзи. Испытание проходит в конце. Врата Аверн будут открыты лишь до рассвета. Ведь они связаны друг с другом. Ты, наконец, прервала этот невременной кошмар. Страж врат пал, врата открыты, и церемония вот-вот завершится. Признаюсь, такого испытания я еще не видела. Больше мы не увидимся. Нихера. Просто объединить предыдущую сервету? Горный перевал. Зелье исцеления. Давайте, наверное, да, я на этом с вами закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.